Вначале хочу предупредить, потому что я знаю, эти уроки в будущем, может быть, будет слушать тот, кто с нами не согласен. Я сразу же, перед тем, как начать этот урок, делаю вызов тем, которые будут не согласны с тем, о чем я скажу. Пусть они не берут грех, делая гыбу и бухтан, то есть клеветая, возводя ложь на меня, или же делает гыбу, поклеп и так далее и тому подобное. Если ты с чем-то не согласен, баракаллаху фикум, напиши письмо, сделай опровержение, но с условием, чтобы это опровержение опиралось на знание. Как мы обещали, баракаллаху фикум, разбирая книгу «Наваҳидул Ислам», то, что делает ислам недействительным, что мы затронем вопрос такфира. То есть разберем некоторые правила, связанные с такфиром. В наше время, баракаллаху фикум, мы видим, как говорят ученые, «Куллю ман хабба ва даб», арабское выражение, то есть тут всякий, кто ползает и лазит на коленях, еще даже не умеет ходить в смысле, но уже говорит про вопросы такфира, начинает обвинять в куфре людей направо и налево. Нас Аллаха аль-Афа валь-Афия.